Всем привет, друзья! Сегодня мы будем охотиться на кабанов. Поэтому метку я уже поставил. Нам топать целых 1,5 километра. Это вот сюда, вот отсюда, вот сюда. В другую часть острова практически. Поэтому я предлагаю не медлить, а пойти отсюда. Блядь, я же пошутил, Всем не понимают юмора. А это тоже кабан, ведь, да? Это же не медведь. Это явно не медведь. Ладно, пойдем. У нас все-таки первым делом охота. Еще мне лагает. Переплыть этот водоем вручную — это очень опасная затея на самом деле. Я уже вижу лодку, но возможно это лодка моих друзей, поэтому они меня не станут убивать. Если бы они отдали мне свою лодку, я бы был очень благодарен, поэтому... Да, пацаны, отдайте лодку, пожалуйста, я верну. Я верну. О, так, давай, это ко мне. Смотрите, они что-то подозревают. Да не, пацаны, верни. Вот ко мне, ну ладно. Кстати. Да. Все, я уже на суше. Цветы подарю своим любимым. О, они пришли. Уже не надо. Что ж. Где мы находимся? Мы находимся вот здесь. Это еще где-то вот топать довольно много. Но уже полпути. Не. Не полпути. Совсем не полпути. Ладно, у меня фризит, поэтому продолжаем бежать. Починим пальцы. Вот. Есть. Я попал наверх. Наконец-то у меня целых 19-20 кадров. Но настройки я снижать не буду. Я же не какой-нибудь лох, да? Я вообще не лох, поэтому я настройки не буду. Медведь, медведь, медведь! Так, ты чё? Половину слил. Чё, всё, обосрался, да? Обосранный медведь. Я таких, как ты, пачками. Это оказалось даже охота на медведя. Чё? Вот, шкура медведя. Но когда он проснется, он обнаружит, что он совершенно голый. Поэтому... Поэтому мы пойдем отсюда. По дороге встретил оленя. Вот они, оленята. Я их убивать не буду, они слишком добрые. Тем более, они такие беззащитные. А у меня все время лагает. Мне кажется, я влился в их стаю. Посмотрите, они охренели меня. Вау, посмотрите, что я нашел. Как сюда попасть? А, точно. Реликвия. Ого, а что там дальше? Неожиданно. Я еще не находил такое место. Да, это было классно. Так, олени меня все это время ждали здесь, точнее один. Точнее два. Привет, друзья. Вперед. Мы идем по правильному пути. Вот он и я. Привет. Я забыл, что можно телепортироваться на точку и не бежать. Поэтому все. Теперь мы будем охотиться на кабанов. Привет, ребята. Опа! Паркур. Так, ладно. Кабаны через 120 метров. О, но я пока никого не вижу. Это довольно печально, потому что я надеюсь, что я сразу их найду. Но нет, пока никого нет. 33, 30. Почему ты, блядь, лагаешь? А, стоп, они вот тут вот. Сюда. Я надеюсь, да. Сразу нашел целая стая. Бауч! Двоих кабанов одним выстрелом. А, стоп, ты еще живой. Ты че? Блядь, петух! Воу, угомонись. Охота на кабанов чуть не обернулась смертью местного охотника. Могли бы так написать газеты, но нет. Я справился.
Три кабана. Неожиданно тигр появился. Пауч. И это... Потише, будь тигр. Или... Почему я режу землю? Видимо, это так и надо. Я великий охотник. Убил сотни животных. Также спас сотни животных. Все, теперь наконец-то я могу изготовить свое дерьмо, которое я собирался изготовить. Что это? Патронаж. Вот. Наконец-то. Ну что ж, на этом все. Всем пока. Какие кабанчики, кабанчики. Стоп, давайте на птиц поохотимся. Пока еще серия идет. О, я сбил. Я сбил. А, жаль. Это винтовка универсальная, охотничья. Вот так. Что ж, я надеюсь, вам понравилась эта серия по охоте. И вы поставите лайк, потому что я на самом деле не сильно-то и старался все-таки. Ну хотя да, возможно старался. О, какой кабан. О, это не кабан. Это была свинья. Можно было угадать. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока.